И вот за эти 20 лет деятельности ансамбль сотрудничал со многими творческими людьми и коллективами нашего города. Хор «Мелодия», которым руководит директор школы Елена Владимировна Мезенцева, преподаватели Жуковской детской школы искусств, такими как Геннадий Максимов, Ирина Тутипенко, Аида Алиева, Александр Панцюхин и Наталья Васильева. Особенно крепкая дружба соединяла ансамбль с самой громкой Азолиной, которая многие годы вела их концерты, а у нас концертные лекции очень интересные. Я однажды делала для ансамбля аранжировки, переходящие переложения. И с присутствующим здесь сегодня очень хорошим человеком, замечательным музыкантом, аккордеонистом Вячеславом Артолкиным. На моей